Да, застоялась тут печка без меня. Ждала, ждала. Сейчас будем все откапывать. Ну что, приступим? Сделаем что-нибудь вкусненькое сегодня. Друзья, всем вам большой привет, я вас всех рад видеть у себя на канале. Сегодня сумасшедший солнечный морозный день, и мы наконец выбрались на улицу и приготовим в казане. Готовить мы сегодня будем так называемые бараньи семечки. Это бараньи ребрышки в казане, поехали. Казан я уже разогрел, заливаем туда масло. Смотрите, у нас сегодня вот такие вот замечательные ребрышки, на самом деле. Говорят, что сейчас что-то с бараниной какая-то проблема. У того мясника, у которого беру постоянно, не оказалось. Но я взял в известном сетевом магазине. И мне кажется, что очень неплохие экземпляры они мне подготовили. Вот посмотрите, то, что надо. Вот у мясника так не возьмешь. Он с пошиной отдает. А здесь вот по 500 рублей вот эта часть. Нижние ребра, то, что нужно для этого блюда. Прям отдельные кусочки. Есть. Так, я забыл сказать, нам для сегодняшнего блюда понадобятся, конечно же, бараньи ребрышки. Я взял одну луковицу, ее будет достаточно. Соль, молотый кориандр, черный перец и растительное масло. Масло растительное уже разогрелось. Сейчас мы в нем как раз и будем обжаривать наши ребрышки. Опа, масло разогрелось, отправляем. То, что доктор прописал. От жара, друзья мои, зависит очень многое. Огонь должен быть очень сильный. И масло должно быть очень сильно разогрето. О. Так, ну что, порежем лук. На сильном огне мы разогрели, точнее поджарили наши ребрышки. Буквально 7-10 минут. Теперь мы берем лук и выкладываем вот так вот сверху. Одной вот этой луковицы будет вполне достаточно. У меня еще есть стружковый перчик острый. Положу-ка я его где-то между луком и мясом, чтобы он еще лучше сработал. Самое главное сейчас сделать огонь поменьше и накрыть. Но так как у нас на улице сильный мороз, порядка минус 15 градусов, я думаю, что огонь мы оставим вот в таком состоянии. Потому что блюдо, продолжим мы с ним работу минут через 15. Вот на 15 минут оставляем в таком вот состоянии с луком и на небольшом огне. Прошло 15 минут. Теперь наша задача как можно сильнее сделать огонь. Добавляю туда полежки. Открываю казан. И вытаскиваю острый перчик, чтобы он, не дай бог, не натворил никаких глупостей там. Теперь давайте посолим наше блюдо. Мы же его не солили и не приправляли никакими приправами. Вот. Соли вот так вот будет достаточно. Солим, перчим. И добавляем мою любимую молотый кориандр. Мою любимую приправу молотый кориандр.
У меня уже зуб на зуб не попадает. А ночью тридцатку обещают. Итак, нам остается все это перемешать, поженить все наши вкусы и ароматы. Буквально несколько минут я все перемешивал. И достаем. Друзья, вот такое замечательное морозное блюдо мы сегодня приготовили. Самое оно в долгие зимние вечера. Поэтому готовьте вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Увидимся на нашем канале.